чем здесь? Здрасте! Я Настя. Кажется, будто бы слишком низко. Вот кажется, что-то это вниз, да. Разберись с этим. Всем заткнись! Извините, и ты тоже, и ты. Hey guys, my name is Sarah, and today we'd like to... Тоже не тот канал, да? Дорогие друзья, сегодня в нашей программе «В мире животных» Перебор! Не тот канал! Здрасте! Я Настя. Я не могу начинать здрасте. Всем привет! Это... Кто ты? Давай, короче, знаешь что? Ты говоришь тебе всем привет. С вами называешь меня. Я называю его, а он называет тебя. Погнали! Здрасте, дорогие подписчики. С вами царь Арика. Поня. Подписывайтесь, короче, вот его инстаграм, вот ее инстаграм, вот здесь мой инстаграм. Подписывайтесь, ссылки в описании. А мы начинаем. В бок, это... Ой, типа на видео, да, вот эти ставили. Да. Да круто, да, опять. Это магия. Молодая леди. Отлично. Мне нравится замена мата. В общем, мы снимаем видос про тоннели. Это интервьюер. А мы интервьюируемые. Чего интервьюируемые? Короче, у нас нам задают вопросы. Он. Нам он задает вопросы. Все. Можно начинать. Так, начнем. Причина растягивания тоннелей. Как вы вообще на это решились? Первая. Ты после... первая. Я? По старшинству пошли. Да. Ну, ты раньше тянула. В том-то и дело. Да, блин, фиг даже его знает. На самом деле, захотелось, растянула, все. Боже, у меня более интересная история на эту тему. Ну, блин, нет, я конечно, могу сейчас сказать, смотрела много разных видюшек везде. Везде. Картиночек везде тоже. И у всех там тоннели. Я такая думаю, а чё, я чё? Ну и вот. Вот здесь, да? Вот тут, да. В общем, моя история такова. Я хотела себе где-то что-то набить или что-то, короче, носить с сатанинской тематикой. Я такая, о, тоннели! О, сатаной, все, вот и тадам, тоннели, сатаной, все, легко и просто. Насколько долго вообще проходил процесс растягивания? Было ли больно? Может, какие-то проблемы были в процессе? Ребята, это адово больно. Не больно. Заткнись, это адово. Это не очень сильно больно, растягивайте в холодное время года, тогда будет максимально безболезненно, все. Легко и просто. Лучше всего на новый размер растягивать после кипяченой ванны. Вот. Холодное время года. Вот. Лайфхаки. Насколько растянут в тоннеле? Собираетесь ли вы еще тянуть? 8? Нет. 10? Я пока не знаю. В каком возрасте вы подумали о тоннелях и решили их сделать? 17 годиков. Лиза. Я не помню. Мне сколько было. Кого увидели? С кого взяли пример? Из фоточек из интернета. Как ваши родители отреагировали на это? Что произошло? Она лежит просто. Родители отреагировали как? Никак. Вообще спокойно. Максимально. Сначала мама говорила мне, сними, пускай затянутся обратно. Я говорила, ой, да я могу снять, и через год они затянутся обратно. Ну, понятно, что я, откровенно говоря, врала. В итоге мама мне говорит теперь как? Шо? Ты носишь украшения, купи себе нормальные. С дыркой. Короче, те, где есть дырка, типа как вот просто можно так вот палец через украшение вставить. Да, это туннели. А если дырки нет, то это плага. А если еще это что-то с формы сторон, там отдельное название, и это все сложно.
Ну, напоследок, дайте какие-нибудь советы, напутствие тем людям, которые хотят сделать тоннели. Не тяните. Надя, это вам не надо. Не рекомендуем. Туннели тянут только глупые люди. Если вы глупый человек, тяните. Базар может. Тяните клыками. То, что кит прямые, точно. Ага, я забыла. Бери её, блин. Безумно. Мы любим животных. Она просто она немного рыжка. Они ее разозлили, он. Ой, блядь. Взять надеялся? Да. А, боже, кто хочет ручкой закрыть объективчик? Лайк, босс! Я следующая. Та-та-та-та-та-та-тан. У кого лучше получится? You're the next. Ну, чем не давляем, чем что?